Глава Владимирской области Александр Авдеев совместно с новым руководителем Суздаля Алисой Бирюковой осмотрели объекты, на которых идут работы в рамках подготовки к тысячелетию города и обсудили планы по дальнейшему развитию. В настоящее время город-музей – это большая стройка. Здесь возводят новую школу, поликлинику. Также идет благоустройство площади у торговых рядов и Вечного огня. Ремонтируются дороги и тротуары, а еще мост через реку Каменка на улице Слободской. Если говорить о сроках завершения дорожных объектов Суздаля, то это лето 2024 года, так как параллельно с ремонтом необходимо провести и коммуникационные работы. Напомню, 10 ноября Совет народных депутатов Суздаля утвердил на должность главы города-музея Алису Бирюкову. С 20 ноября она официально приступит к исполнению обязанностей.